Всем привет! С вами я, Николай Шунков-Смоленский, бесподобный ведущий, бесподобной погодочки на ЗАП-ТВ. Погнали! Оп, эруина, оп-оп, эруина, оп, эруина, ма. Вот именно эту песню поет мой рот и моя душа, когда я смотрю сотку погоды на выходные. Плюс 30 в субботу и плюс 32 в воскресенье. А вы говорили, лето кончилось, кончилась только нормальная редиска. Переросла и стала жесткой. Кориандр в цвет пошел, да лучок местами затвердел. А пока жара в разгаре, заклинаю вас, идите купаться. Особенно, если вам так и не дали горячую воду. Кинон, да безобразие тепленький, плюс 25 градусов. Арахлей, плюс 22. И года прогрелась до 20 градусов, а Читенка до плюс 16. Дождей я вам не обещаю ни в субботу, ни в воскресенье. Так что перед поездкой на отдых хорошенько пролейте огороды. А то лук еще больше затвердеет и станет годным только на семена. А как польете, не забудьте захватить с собой магнитофон. На пляже без музыки ну никак. Шейкер, шейкер, эй, патимейкер. Загорайте, купайтесь, танцуйте, а я же с вами прощаюсь до следующих выходных. Пока-пока.